Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Крейзи Фон и Тучка, Дэн, Думич, Дарк, Икстар. Пацаны, поздравайтесь. Салам алейкум, братья. Будем убегать от беззубика мощного Нексбота. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Сейчас Дима умрет, понимаете? Нет, нет, нет. Кстати, ребята, мы сделали маленькую гравитацию, теперь можем очень классно прыгать и далеко. Так, я подходят, подходят. Интересно, они могут тоже прыгать везде? А, они не могут спрыгивать. Вот, это уже хорошо. Еще никто не умер? Да. Не. Вот это вы мощно играете, хорошо? Есть, Крейзи Фон. Рахит. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И залетайте в наш Дискорд, поорем. Мне кажется, надо еще ставить. Ой, это не тот NPC. Ай. Ребята, 50 штук уже поставил. Ого, они бегут за мной. Толпа целая. Так, смотрите, обманный маневр. Есть. Красавчик, умирай. Да блин. Блин, я не вылечу. Ого, они убивают жестко. Ребята, напишите в комментариях, как этого персонажа зовут, за которого я играю. Так, пацаны, ну зря вы стоите. Ну бегите хоть куда-нибудь, не стойте на весь. Как он это сделал? Чисто над думающим пролетел. Блин, класс. Да ё-моё, я дергаюсь, когда умираю. Ё-моё, блин. Это смешно. Это смешно. Это больно, кстати. Так, давайте здесь постоим и проанализируем ситуацию. Где их меньше всего? Я еще оставлю, пацаны. Это ж плохо. Кто на меня? Всё. 51 штука. А, не, даже больше. А давайте мы увеличим лимит. Даже если я умру, я пожертвую собой заради того, чтобы мы страдали больше. Так, давайте 100 сделаем. 101 NPC сейчас будет. Вы готовы? Нет. Да, я готов. Только мне надо для этого выжить немножко. Да ё-моё, тут какой-то придурок стоит, блин, чекает, когда я возражусь. Ой. Ну а блин, Дима. Стопори, пожалуйста. Да я ставлю 100 штук, извините, пацаны, это вы должны просто сейчас убирать каждую секунду. Сейчас они по всей карте просто расплодятся. Ну что, это очень жесткое выживание, обычно мы их ставим не в начале ролика. Вот тут я решил пацанам дать шанс пострадать. Ладно, я понял, хорош. Ай, блин. В конце ролика почитаем, у кого же больше всех будет смертей. Блин, они еще давно в спауне стоят и всех мочат. Дэн, прощай! Алла, Дэн, я с тобой встречусь на том свете. А я лечу по красоте. Бум, головой вниз. Так, там никого нет, а возрождаться можно? Можно. Так, все, ребята, давайте искать пятый угол. Ну нет, ну нет. Нет, да, я же... Отлично. Ну, да, ё-моё. Они очень высоко прыгают. Очень высоко. Плохо для здоровья очень. Плохо для здоровья, согласен. Некоторые вообще стоят. А, даже с шифтом нельзя убежать, только быстро бегать надо, вот так вот, и не хопить. Можно просто в полете как-то камеру быстро повернуть и уклониться от его удара. Да? Согласен, да. Но это не всегда работает. Можно как-то увернуться, да, но это не всегда работает, поэтому... Смотри, да. Я нашел место, где я не буду умирать. Ну что, пацаны, я буду наблюдать, как вы сливаетесь. Ого, чувак улетел! Это что за полет там века? Ого! Ой, блин, класс! А! Я пока стою, блин, чекаю, они уже все возле меня здесь. Опа! Они в воду не прыгают. Они в воду не прыгают! Да? Я иду в воду. Ладно, я пошутил, они прыгают. Они просто не хотели спрыгивать с бортика. Вот он уже здесь. Ну, быстрей, быстрей! Я ноги аж поджимаю! Есть, есть, я оторвался. Так. Их можно, короче, обманывать, спрыгать с высоты. И тогда можно как-то отрываться случайно. Так, отлично. Я сейчас целую толпу обманул. Просто не надо, не надо, они должны всех убить. Я должен победить хоть в одном из роликов. А ладно, нельзя? Хотя бы не победить, хотя бы я хочу, чтобы я занял не последнее место. Да ну нет, блин, он меня прям ждал и руки протянул. Эй, беззубик, отвали. Давай, давай, Думыч, мы с тобой выживем, беги. Да постараюсь. Ты сможешь, я в тебя верю. Опа. Так. О, давайте гравитацию еще меньше сделаем. Так, настройки сервера.
ты куда? О, 60 гравитаций, ребята, это вообще эпик будет сейчас. Ой, красиво. Ого, я лечу, сколько времени. Так, отталкиваемся. И еще прыжок. Тупо всех обманул. Молодец, молодец. Мы знали, что ты самый умный среди нас. Все, а я здесь буду выживать. Спасибо. Не веди их ко мне, пожалуйста, не веди. Это кто у нас там? Ай, блин, я забыл, что он с другой стороны может подойти. Я еще от воды отталкиваюсь так. Вот ну, давайте я сюда полетим. Можно на дом залететь как-то. Да? Ай, блин. Они могут до дома допрыгнуть? Давайте, ребята, сделаем эксперимент. А, да, на балконе один беззубик уже стоит. Капец. Это думер. Это думгай, да? Так, смотрим, да. Допрыгивают или они не допрыгивают? А, они не могут так высоко прыгать. А, могут! Я вижу, как они он прыгают. Я сейчас возле скайбокса был. Ого. Ой-ой-ой, он уже здесь. А я прыгаю, прыгаю на балкончике. Блин, вот это подача дала мне. Хорош, хорош. Рыбкой вперед, ребята. Я говорил, что прыгать не умею красиво. Вот это я лечу эпически просто. И была бы там вода, была бы вообще классно. Ладно, придется об асфальт башкой биться. Так, давайте сюда побежим. Может, здесь я все-таки затащу? А то там, вот это там куча бегает. Да я вижу, там на улице просто апокалипсис беззубиков. Я все-таки нашел место, где можно выживать. Ладно, забирай свои слова назад, ё-моё. Да блин, собачь, вот это же. Они, пацаны, разделились на два табуна. По 50 собачь человек, чтобы нас смочить. А, кстати, в воздухе реально можно хорошо корректировать свой полет. Ну, то есть, не... получается, я могу отпрыгнуть вот так вот. Класс, я сейчас всю толпу обманул, жестко. И вернуться вот сюда, на балкон. Вы видели? Ладно, не видели, закройте глаза, никто ничего не видел. А реально можно прям красиво, да, подпрыгивать? Ну да. Вот-вот-вот. Я хорошо уворачиваться. Ну зубами зацепись хоть как-то. Ай, блин. О, я знаю, как выжить. Ребята, у меня есть как? Очень классная идея. Вот это сильно, я лечу к тебе. Жди тебе. Нифига себе, голову в карту уперся даже. Так, там спускайся. Даже где наставница спавнится. Ой, не ту кнопку нажал, стой, 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 стой. Привет. Дарк. Че, пацаны, нормально выживаете там? Да. Можешь еще поставить? Да не, нам хватает. А че, давайте еще. Ладно. Давай. Пацаны и девчонки. Мы давай ставим... 200 штук, хотите? Да, давайте сделаем ставки. Вылетит Гарри Свот или нет? Может быть, хотя бы пока. Ребята, это рекорд. Кстати, 200 штук мы никогда не ставили. Не стал возле меня. Да я возле тебя не ставлю. А я видел. Ставь. Ой, что-то подлагивает. За себя ставь там. Ребята. Блин, у меня уже рука устала. Все, 200 штук, ребята. Ну что? Вот и сбылась мечта человечества. Мы все умрем. Давайте на ту крышу запаркурим. Отлично. Некоторые просто стоят. Так, ну, прыжок. Хорош. Ой-ой-ой, там сколько было возле дверей. Ой, возле дверей, возле балконов. Так, на балкон. Да откуда? Они даже на балконе меня уже ждали. Вышел кофе попить, и я тут залетаю. Привет. А как теперь? Они на спавне, блин. А! Эй, беги! И тучка, давай, за тобой. Беги, беги, показывай мне, как выживать. Мне нравится их просто обманывать, вот, когда над головой прыгаешь. Да? Блин, я не выжил, ты смог. Молодчик, молодчик. О, давайте сделаем эксперимент небольшой. Можно ли их админским пистолетом убивать? Они бессмертны! Ё-моё, их даже убить невозможно. Вот это толпа. Ого, я тут шпагетты в воздухе делаю. Понятно. Настроение отличнейшее для того, чтобы выживать. Так, давайте сюда. Блин, он за мной. Так, ну что, теперь я красиво постараюсь реально продержаться. Вот сколько я смогу продержаться, мне даже интересно. Так, ну их за мной очень много бежит. Ну нет, ну нет, ну нет! Есть, хорош. Отлично. Давайте в эту сторону. Я жертвую своей жизнью, чтобы вы выжили. Понимаете, насколько я люблю своих подписчиков? Аж поставил 200 NPC. Я думал, что эти драконы это и есть подписчики. Они за мной. Они за мной. Помогите. Я хочу жить. Я прям чувствую... Как они... У меня есть идея.
глаза. Пацаны, я боюсь возрождаться. Я подожду, пока они уйдут, и я возрожду. Вот резко, беги! Как он меня не убил? Я поцеловался с ним. Это был странный экспириенс в Гаррисводе. Так, бегут. Бегут, смотрите. Опа, обманщик. И смог обмануть всех. Я молодчик. Я тоже, вообще нормально. Во-во-во, сейчас мы бежим сюда и резко на тот бортик перепрыгиваем. Хорош. Умираешь. Хорош. Теперь мы, они бегут, и мы резко на этот бортик перепрыгиваем. Ребята, я нашел классную тактику, как их обманывать. Я так, так и так же делаю. Вот, отлично, теперь мы на этот бортик. Точка первооткрыватель. Блин, ну это реально круто, вот так можно хорошо играть. Они фонтанчиком прыгнули в речку. Опа! Не смогли, пацаны! А! Ладно, смогли. Блин, такое ощущение, что я не сильно умный, как они. Но они толпой берут. Че, на крыше стоишь там? Ай-яй-яй-яй-яй. А это ж нечестно, да, на крыше стоять? Нельзя, плохо, фу. Ну все, я ему помог. Все, ты умрешь. Привидения пинают. Вы видели такое, что привидения пинали? Запинали призрака. Ай! Нет, нет, нет! Ого, во, я сейчас на дом смогу залететь. Ну ладно. Нельзя, Дима, плохо. Я хочу жить, ну помогите, они везде! Ну блин, отвалите! Я еще лечу, он мне мой труп в руках несет. Подарок на днюху, кому надо. Красиво летит, ой, красиво. Мне кажется, она не взорвется. Что там? Ты бомбу бросил? Это маленькую бомбу. Ого! Это маленькая бомбочка, ну для ванны бомба. Ладно, прощаю тебя. Ну мне кажется, я сейчас умру. Нет? Красиво летит, 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 летит. Прощай, кто-то внизу бежал. Да. Ого! Да, просто дайте мне пульт этой ядерки. Ладно, пацаны, давайте будем подсчитывать голоса. Кто из нас больше всех раз умер? Пернул. Давайте... А, пернул. Хорошо. Так, я умер 28 раз. А Дэн умер... Кикстар! 54 раза, представляете? А на первом месте у нас... Два человека. Кирилл, Кирилл и Тучка. Не, и Тучка на первом месте. Вот и Тучка был на первом месте, а, его Кирилл, Кирилл убил. Нечестно. Ах ты какой хитрый, ну хорошо. И Тучка. Ладно. И Тучка, ты занял первое место. Молодец. Молодец. Ура, хлопаем. Ромакс. По спине ногой. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Эй, бомба! Бомба! Все. И еще раз, на всякий случай. Все.